Актер Том Круз решил отпраздновать День Благодарения в узком семейном кругу вместе с дочерью Сури. К сожалению, ее мама, Кейти Холмс, к празднованию не присоединилась и отправилась на отдых к своим родителям в Толедо. Несмотря на то, что Том и Кейти в интервью говорят о своих хороших дружеских отношениях ради дочери, на деле актеры редко встречаются. Напомним, что на развод Кейти Холмс подала после того, как актер сообщил о своем решении отправить маленькую Сури в закрытую саентологическую школу Sea-Org. Это заведение, больше напоминающее суровый военный лагерь, принимает детей с 5 лет. В школе крохи живут и учатся без своих родителей. И актриса Холмс не смогла простить бывшему мужу такую чрезмерную увлеченность саентологией. Несмотря на распри внутри звездного семейства, Сури чувствует себя более чем комфортно и достаточно часто появляется на обложках газет.